Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Ford Escape. Итак, капот, крыло, бампер, передняя дверь, фара будут заменены. Заднюю дверь буду делать. Разбираю машину. Итак, машина разобрана, и мне надо сделать вот это место, крепление крыла верхнее, стойку оконную, дверную и заднюю дверь. Начну ремонт задней двери. Равнять буду при помощи споттера. Итак, заднюю дверь я сделал. Теперь приступаю к ремонту стойки стекла. We'll be right back.
Стойка стекла тоже сделана. Итак, приступаю к ремонту левой передней части. Итак, как бы все поврежденные места я порядковал, теперь вешаю двери. Смотрим, зазор хороший, но сама дверь ни хрена не айс. Вот здесь впереди имеется повреждение. Придется ее тоже ремонтировать. Для ремонта двери прикручиваю крыло, чтобы иметь ориентир по краю. Итак, дверь тоже в порядке. Можно прикручивать все остальные детали переда.
Итак, все детали скрутил, машина собрана, все зазоры норм, и на этом работы с металлом закончены. Разбираю и отдаю машину на покраску. Итак, машина покрашена. Собираю. Этот ремонт длился 10 рабочих дней. 5 дней работы с металлом, 5 дней покраска. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!